Белоруссию и Россию связывает многолетняя крепкая дружба. Общее историческое прошлое, отношения добрососедства и партнерства дают крепкий фундамент для сотрудничества. Химкинская школа номер 19 приняла у себя делегацию Минской гимназии номер 50 из Беларуси. Встреча получилась теплой и праздничной. Дружбу, и я больше скажу, наверное, эту любовь ничто не сломит и не переломит никогда. Сегодня к нам приехала наша белорусская делегация. В рамках нашего проекта сотрудничества сегодня будет подписание очередного договора о нашем сотрудничестве, новые планы, новые идеи. На мероприятии звучали проникновенные стихотворения, танцы заряжали энергией. Каждый номер – дань любви к своей родной земле. Вспомнили и знаменитую песню, мотив которой знаком почти каждому. Никакая печаль, беловежская пуща. Собравшиеся уверены, такие встречи укрепляют не только культурные связи, но и образовательные. Удалось обсудить новшества в учебной работе, современные тенденции, направления совместных проектов. У нас очень тесные взаимоотношения в сфере образования между Россией и Беларусью. Мы, в общем-то, в одном образовательном пространстве находимся практически. В любом случае, мы всегда ориентируемся друг на друга, на общие идеи в сфере образования. А сегодня общая идея наша – это, конечно же, воспитание подрастающего поколения с той целью, чтобы сохранять историческую память. Городской округ Химки гостей из Белоруссии встретил радушно. Участников мероприятия поприветствовали почетные гости из муниципального совета депутатов. Россия и Белоруссия как две сестры. Нас объединяет многовековая история, нас объединяет наша общая культура, традиции, общий быт. И, конечно же, об этом не раз говорили и подчеркивали президенты двух государств Владимир Путин и Александр Лукашенко. Приятный момент праздника – награждение. Делегацию Республики Беларусь отметили благодарственными письмами. Многолетнее сотрудничество между образовательными организациями развивает международную коммуникацию. Наши страны имеют обширный опыт в области образования, и совместные усилия позволяют создавать инновационные проекты, программы, обмениваться передовым опытом и знаниями. Кроме этого, содружество в сфере образования позволяет укреплять наши культурные связи. Родники мои в крови, с кахами рёсовы, разговоры у костра в тишине. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.